Сиверском доме культуры прошла концертная программа «Сильные духом». Концерт приурочили к Международному дню инвалидов. Зрителей поздравил с праздником глава сиверского поселения Андрей Дорошевский. Дорогие друзья, я желаю, чтобы ваша сила духа, воля не имели границ, чтобы вы и в дальнейшем были стойкими, духовно сильными, активными людьми, которых не сломают никакие трудности. Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, удачи, благополучия, веры, свои силы. Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди. Мы поддерживаем вас. Если вам нужна помощь, всегда можете обратиться к нам, мы вам поможем. Творческие коллективы станицы и района порадовали гостей концертными номерами. Международный день инвалидов – это праздник людей особой жизненной закалки, подающих нам пример стойкости, упорства в достижении целей, оптимизма и силы воли.